Румпельштильц, тебе надо скорее идти на пристань. На пристань? Зачем? Люди, что приплыли на прошлой неделе, забирают Милу. Поторопись, они поднимают паруса. Встань перед капитаном. Я вас помню. Вы были в трактире. Всегда приятно произвести впечатление. Но где же мои манеры? Мы не были должным образом представлены. Киллиан Джонс. А что ты делаешь на борту моего корабля? Но... У вас моя жена. У меня было много чужих жен. Нет, понимаете, у нас сын. Ему нужна мать. А у меня полный корабль мужчин, которым нужна компания. А? Я умоляю вас. Пожалуйста, отпустите ее. Я не люблю торговаться. И все же, я считаю себя человеком чести, человеком с принципами, так что, если ты действительно хочешь вернуть жену... Тебе всего лишь нужно забрать ее. На дуэлях сражаться не приходилось, как я понимаю. Но это довольно просто. Тычешь в другого острым концом. Давай. Поднимай. Мужчина, который не желает драться за то, что ему нужно, заслуживает того, что получает. Прошу вас, сэр. Что я скажу моему мальчику? Попробуй правду. Что его отец трус.